Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь на игре «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. И мы подготовили 5 вопросов, но не простых вопросов, а вопросов касаемо нашего Ленинского городского округа. И мы пришли не просто на улицы нашего города, а мы пришли в историко-культурный центр. И давайте поищем здесь людей, которым мы эти 5 вопросов зададим. Что нам это мешает? Правильно, ничего. Вперед! Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Раиса Александровна. А я Татьяна Николаевна. Итак, мы снова на игре «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. И я задам вам всего лишь 5 вопросов. Ну и надеюсь получить от вас 5 правильных ответов. Все эти вопросы будут касаться нашего Ленинского городского округа. Готовы? Да. Поехали. Первый вопрос. В каком году мотобольная команда «Металлург» впервые выиграла чемпионат СССР по мотоболу? Вариант ответа: в 1975, в 1979, в 1983 или в 1986? По-моему, в 70. Можете... Будьте любезны, первая дата какая была? В 1975, в 1979. Мы остановимся, наверное, на 75-м. А может, не 75-й? Может, и не 75-й. Может быть, и 79-й. Кубок России, да? Чемпионат СССР. А, чемпионат СССР. Чемпионат СССР. Угу. 79-й. Не помню. Давайте мы остановимся на 1979 году. 79-м? Да. Во сколько оцениваете? На один. На один? Да. Понятно. Это правильно, в 1979 году. Второй вопрос. С какой усадьбой связано имя Зинаиды Морозовой? С усадьбой Горки. Уверена? 5. Абсолютно. На 5. Понятно. Это правильно, действительно, с усадьбой Горки. Третий вопрос. Какие животные являются частью композиции памятника «Скамейка примирения» на территории Аллеи Славы? Кошка и собака. Точно? Точно. А может, там, не знаю, ежик и лисица? Это было бы здорово, но в данном случае это кошка и собака. А насколько уверены? На 6. На 6. Нет, 6 много. 5. 5. И это правильно. Действительно, это кошка и собака. В честь какого юбилея города Видное обустроен парк возле пожарной части на пересечении Советской улицы и проспекта Ленинского комсомола? 45 – это у нас Заводская. Пересечение. Да. Вот, напротив, знаете, пожарки. Где пожарка, да? Да, да, да. Вот там вот есть парк. Я люблю Видное, да. И скамейки. И там есть циферка. 40. Нет? В честь какого юбилея? 40. А не 55? 55. 45 там, а 55, наверное, точно? Здесь. Я вот не улавливаю, где. Ну вот знаете, где это? Это вот где? Напротив поликлиники? Нет, напротив поликлиники. Напротив пожарной части. Вот пожарная 55. Часть. 55 напротив поликлиники. Угу. Напротив поликлиники? 55. А где же тогда 45? Цифра 45 вертится. У меня не вертится нигде эта цифра. Юность нет. Ну, давайте 45, ладно. 45. Угу. А может, не 45? Может и нет. А может, еще какой? 50 не подходит нам? 50, не знаю. Это вы решаете между собой. Подходит, не подходит? Давайте 50. Пальцем в небо. Пальцем в небо. Две пятерки? Две, нет, что, 50, две пятерки было здесь, напротив 50, поликлиники. 50. 50. Да. Надо еще оценить вопрос. А, два. Два. Три. А может, четыре? Вам же нужно набрать 20 баллов для того, чтобы выиграть кубок, который что там стоит. Что вы говорите? Да мы уже проиграли. Нет, вы еще не проиграли. Я понял. Да, два. Два. А может, три или четыре? Ну, давайте четыре. Четыре. Правильно, это действительно 50 лет.
Последний, пятый вопрос. Решающий. В каком селе находится церковь Николая Чудотворца, в которой не прекращались службы в период Советского Союза? Ермолино. Точно не Тарычева? Нет, Ермолино. Потому что остальные храмы были закрыты. Понятно. А во сколько вы оцениваете? Пять. Это правильно. И это правильно. Ну что, за долгое время 20 баллов набраны, и мы вручаем торжественно кубок. Да, кубок телеканала «Видное ТВ». Прошу, берите и владейте. Вы его заработали. Спасибо. В честной борьбе со мной. Я рад, что именно вы им обладаете. Спасибо огромное. Благодарим вас. И вам спасибо. Если у вас возникнет желание еще что-то у нас спросить по истории города и района, пожалуйста, мы готовы.